Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. И, ребята, мы объявляем результаты конкурса. В принципе, уже прошла одна неделя. Как я говорил, вот сегодня, в воскресенье, будут объявлены результаты конкурса. И у нас будут два победителя. В принципе, ребята, участников, можно сказать, так нормально. Как раз давайте сейчас мы выберем уже, наконец-то, нашего победителя. Точнее, двух победителей. Итак, приступаем. Выбираем нашего победителя первого. Победитель будет тот, кто указал хотя бы какие-то контакты, с которыми можно связаться. Ну вот, ребята, вот наш первый победитель — Богдан Глоткин. В принципе, вот победитель. Я хочу попросить, чтобы ты смог зайти в Skype, да, то есть, чтобы можно тебе было выдать ключ с игрой. И, в принципе, ребята, давайте же сразу выбираем второго победителя. Этот у нас получает метро 2033 Redux. И сейчас наш второй победитель. Не буду я читать это имя, какой-то Гранг Лабораторий. Ну, в принципе, тоже Skype он указал. Прошу зайти в Skype, да, чтобы можно тебя было добавить и чтобы можно было тебе выдать наш второй приз — метро Last Light. И, в принципе, ребята, вот победителей мы выбрали. Ну и все, мы объявили двух победителей. Результаты конкурса. Но, ребята, если вы хотите, чтобы было больше конкурсов, чтобы были конкурсы на другие игры, то оставляйте свои комментарии, свое мнение, ставьте лайки и пишите, что вы хотите больше конкурсов. На этом, ребята, давайте закончим эти результаты конкурса. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.